Guns или это? Нет. Нет, хуже, как пидоры играют. Мы лучше всех играем. Просто разговор зашел, что... Тем более на X100 там пиздец. То, что они чаще играют, чем мы. И лучше нас играют, типа. А PvE, PvE там говорят, что так сильно. Да на такие сервера какой смысл, там обычно PvP-шеры ходят, чтоб не одеваться долго. Как-то помню, ходили испуганный рейд. Ну, там Дикам собрал. Потом он передал другому этому чуваку. Он рейдил. Дикам, ясно. Да, погоди, не слушай. Он потом передал другому чуваку рейд. Типа, мол, там это сейчас покажется рейлис. Ну, нормально, тоже как Дикам рейдил. Потом что-то заметил, он фишку такую. Мы вот до леди дошли, да. Ну, до Ланы, короче. Он это Миликом играл, по-моему, кем. Он, ладно. Ну, короче, ДКшником играл. Ну и это, появился вот этот пак, собираться красный. Ну, пак повесился на хил, на двух хилов и на него. Ну и надо же сбегать, по идее, да? Хилы стоят, хилит, хилит. Пак уже, по-моему, 6 секунд прошло, и пак длится. Ну и один хил, короче, умер. Его это, чувак спрашивает, короче. Я что, должен сбегаться, что ли? Это вы должны ко мне сбегаться, это не я к вам. Ну, такие промолчали, а ладно, хрен с ним. Потом второй пак. И он тоже не сбежался, и опять из него тоже. Там, по-моему, два РДД умерли, и он тоже умер. Как бы такое себе, блин. Ну, из-за него, по-моему, сколько? Три игрока ливнуло. Боже, ты что, за кого надо ходить? Да я вот что-то не вижу даже вообще онлайн. Да нет, наверное. А ты пошел до Сигер, все проклял. Что-то неохота мне уже. Надо не сказать, что он так, блин, говнистый человек, но он. Не знаю, многие на Терешкову говорят, что типа галимый РЛ там туда-сюда сколько ходил, с ним всегда нормально проносили. Не, ну а ты в обычке был или у тебя? В Гере. 25 Гере. А что, Терешкова и Дикам это один и тот же человек, что? Да ну мне кажется. Нет, я просто имею в виду, что иногда ты так смотришь. Нет, РЛ. Просто я читаю шла Диками. Он вообще спокойный. Это там может часами. По-моему, 4 часа собирать. Я, например, в свое время после одного рейда с Каномбом перестал с ним ходить. А, ну, по-моему, кто-то его, по-моему, в резке. Ну, чё не сбегаете? По-моему, кто-то в резке его что-то спросил, элементарный вопрос, он его нахрен послал. Это не ты был, наверное? Не. Рыжкова, это разве не Дример? Дример, да. Как его вроде Илья звать. Так, а при чем тут Илья? А это, Антоха, Терешкова, ты знаешь чувака этого, что ли? Нет, не знаю. Ну, я видел его, как ходил уже с ним вроде пару раз. Ну, как бы так, не знаю, его лично. То есть, допустим, раньше, когда-то давно еще РЛ, Марк Аврелий такой РЛ был, тоже Пугов водил. Некоторые на него гнали, там, пиздец, не знаю, я тоже с ним ходил, никогда проблем не было, да, Паладин. У него маг еще синее небо было, он их тоже ходил. А, что-то за знакомым.
Савах тоже нормальный чувак. А Кармикадзе нормальный чувак? Конченый. Вообще уебок. Я его еще знаю, короче, с X12, когда блядь, на этом сервере ходит 12. Блять, он, короче, фловый с аудио 12к. Я бы не нищил. Может, это там школьник какой-нибудь ребенок. Это Лёлик, бля, как я. Лёлик же его зовут, да, ролик? Тряси. Outstanding. Oh.
чё, она больше не бросается в стрела? Может быть, ты прав, Крок. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Простите. Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Кто-то что-то написал там. Да, же тебя сгоняешь. А. Лесом манул. Так, на рейде кто там? Бога. Все остальные на Вальку. Чё ты там пугаешься? Арконы где? Чек на пол. В голове лететь сначала. Как звездочку. Гусь какой-то, сука. Это ты так в голове летишь, да? Кто там? Попутно собрав портал. Летайте как хотите, нахуй, ну вас нахуй. Там вы найдете спасение, герой. Геи, да? Сука. Чё они не так делают? Летят нахуй с разных сторон. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного.
будем пидорами. Я излечилась. Блин, лучше бы она 25 хрень бы упала. Чуть коленки не разбил, блин. А у тебя свет небес, сколько это мана жрет? Давай посмотрим. Просто смотрю, у тебя манускрипт тут стоит обновление 113 единиц, мне кажется, это вообще мало. Свет небес. Около 4000. Сколько? 1102 маны. Мне кажется, это мало вообще. 113. А сколько? 1102? Нихуя себе. Мноскрипт такой, мне кажется, мало, 113 единиц. Ну а какой на СПД ему вешать, которого оверхил, все будет уходить? Ну, тот хуже, значит. Не знаю, мне такое сказали, я такое делал. А это надо ставить. В основном же светом небес хилишь в РС. Тут чё, до биса остаются? А чё? Частицы? Чё там? Частицы? Я снова? Да тут вообще паладина мана бесконечная. Клятву нажимаешь и всё, блядь, заебись. Чё, до биса чё осталось? Пояс, чешка? Да, шея. Пояс. Чешка мне не нужна, зачем мне чешка? Блядь, не знаю. Я. Кому она нужна? Она не нужна, блядь, паладин вообще. Чешка. Нужна была. Да блядь, ну нахуя? Куда ее нужна? Ну, зачем она нужна паладину? Она вон сама нам нужна. Коли пристам и все. А Эрдру, чё, блядь, нужна ж. Ну Эрдру тоже можно пристать, да. Ну Эрдру еще можно как-то наставить. На тьме там, на себе можно полюзить чешку. В комнате проблемно, блядь. Там скорее наложение времени роста все. Бля, чешка в период, ну когда лича бьешь на хилева там, блядь, 500 000 где-то. Если не больше. Газертру. Не знаю. Ну это если до цены. Можно хуярить, конечно. Чешка лучше всего идет шаман. И хули пусто. Если играть через молитву исцеления, конечно. Там празднуем, да, хилит холи пристанем, просто не играл еще холи. Ну, можно играть там, как там, есть экономный режим, типа вот это через обновление, да?
Нет, не совсем. Ну да, типа обновление, но опять же, хуйня, через обновление играют на редких энкаунтерах. То есть, когда Халион тьма, допустим, всегда комната вообще такие вот. А в основном, ну, на ребре, допустим, особо не повешаешь, там нужен бурст за хил. Там дается чешка и кидается через связующее по танку или по кому-то, кидается молитва исцеления, и следом после нее круг исцеления. Захиливает столько там, десяток целей сразу. И всем вешается чешский баф. Надо как-то сделать бравой, похилить. Прист, он типа эрдру такой интересный, механика интересная. На синдре он рулит. Дух интересно вешать, если кто-то сдыхает. Раньше их колодцем пользовались, нормальные скиллованные рейдеры. Тыкаешь колодец, на тебя ходка вешается. Так-то у него потенциал большой, хулиписта. Да и тот же Эрдру, он как хулипист. Его можно заточить под мейн хила. Можно танк хилить хулипистом, если заточить так. Усиленное великое исцеление. Да и Эрдру тоже можно. Это шаман, он тоже, он как бы более гибкий такой. Он либо цепуху ебашит, либо в танка возьмет. То есть он получается как мейн хил и рейд хил. Причем у шамана проще вот за хил идет. Ебанул цепуху, все, фул рейд. А у хулиприста там прикол в том, что он полную пати лечит. То есть выбрал человека кого-то лечить и всю его группу лечит, что все 5 человек. Молитва исцеления. А круг исцеления, он хилит только тех, кто больше просаженный. Еще у него молитва восстановления есть, которая кидаешь, она после урона перепрыгивает на другую цель. И при том, что она перепрыгивает только на цель, которая, у которой меньше хп. То есть она смарт-хилка считается. Две смарт-хилки — это круг исцеления и молитва восстановления поля поста. То есть самые просаженные люди вокруг тебя получат исцеление от круга исцеления, если ты его на себя нажмешь. И от молитвы восстановления она будет перепрыгивать на того, у кого меньше хп. Чайник вроде как у шаманов тоже должен смарт-хилкой быть. Я сейчас уже не знаю. Ну, я не играл за шамана. То есть он должен лечить, прыгать по тем целям, которые просажены в хп. Холли Палдина такой хуйни нет. Вот Дрю тоже там рандер. А Дрю чисто хотает. Тайму уберите шаман. Во. Крест на локом каст. Сейчас у меня немножко. Стойте, не запустите, стойте. Что, он тоже на лока зашел? Тоже за таликом? Не, ему клык на руле. А. Так эти наш. Саня, можешь здесь-то в Африку спикнуться? Носок нам демонин.
Пушкой будет раздай. Там супер-пупер раздай, супер-пупер. Дай каски, полок. Или про что ты говоришь? Угу, полоком. Все, я сегодня. Чек на пул. Далеко. Запускайте. Первый подбосс я сразу разбить. Давайте рост. Дракона подбосса сразу разбить. Великий ушли. Быстрее, быстрее. Следующий подбосс и не убить. Разбейте, я потом испытал. Разбивайте, там лоб. Следующий под босса и разбить.
последний под боссом тяжко там. Маг под боссом. Ники отойдите. Все, босса добивайте. Надо было мага добивать, конечно. Свободно! Пошли на меча. Сейчас 35 идем. Это не с пула ребра. А еще с трэшем. А с пулори броску. Не знаю, на 9 минут меньше. Час 24. Можно и резко. Что-то можно следить, ВК и резко. Так, я в этой обратно хильте сами. Какая резко, там же будет целка. 8 жерел написал. Плюс 15. Ага, меня не видел. Че, трясти, давай это в яму наспекнуть. Сотен рогу. Где вы там? Так он тут носок. Ну класс, смысле локом здесь или что? Ну. А, ну ладно. Фламба где? Фламба, блядь. Фламба не упадет, твоя клятва. Ты на платформе? Здорово всем. Ну ты его нихуя на платформе. Ставьте шкаф. У вас обычка заканчивается? Не понял, кто уговорит. Хорошо. Я, конечно, подожду, сейчас вы это будете перезаходить. Все, заебал. Запустил луча. Дарцвет там диспель. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. И так, по стамам. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть. Далеко он станет. Нет. За то, что я буду станешь в ромбике, супер, купер, станешь в треугольнике. Вы где сейчас, вы в норме что ли еще? Да. О, я думал вы уж Гера начали. Нет. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Повтори супер-пуперу, что он станет. Да будет так. Герои в атаку! Треугольники. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение. Thank you.
Блять, срубил, короче, с пассивным питом, сука. Сейчас стоял пассивно. Нахуй вы прыгаете по ним? Вы бегаете, не прыгаете. Заходите в лужу. Нет. Заходите в лужу, нахуй. Дело не в прыгании, дело в том, что лужа выходит, и вы, вам похуй, что она рядом разольется, что ваши ноги будут в луже в этой стоять. Вы не бежите нихуя. Вы отбежали на метр, на один шаг, нахуй, и стоите. В небо, сука, смотрите. У вас кто-то... Блять, как вам с вами общаться, нахуй, хуй знает. До вас не доходит миллион раз, вам это говоришь, до вас не доходит никогда это. Ёбаный в рот. Осквернение — это проблема не одного человека, ни какого-то прыгания в лужах, блять, а проблема всех вас, 25 дураков, блять. Хуйню пиздишь. Конечно, блять. Во, блять. Как я, блядь, лок, стоящий на краю, могу повлиять на твое, блядь, осквернение? Да при чем тут лок? Я говорю, блядь, те, кто там в центре стояли. А ты причем, зачем преувеличиваешь, что в смысле всех ты захватываешь? Все, блядь, тихо. 25 человек, блядь. Они поняли, блядь. Ну а как нахуй, а как, блядь? Если, сука, все должны отбегать нахуй, не стоять. Гайд, что ли, записывать или чё? Да, конечно, гайд. Да, блядь, с хули толку нахуй. Вот давай сейчас попробую объяснить. Вот смотрите, блядь. Вот квадратик — это осквернение. Нахуй. Радиус, ну вот примерно до звезды, вот такой вот лужи, блядь. Вот тут такая вот лужа такая, вокруг осквернения, блядь. Ой, вокруг квадратика такая, длинная лужа. Вот он, блядь, с этим осквернением, вы все тут стоите где-то вот, бьете, блядь. Как нужно делать, нахуй? Вот вы смотрите, вот, я вот стою такой, бью здесь лича, блядь. На нем, на квадратике пишется осквернение на мне, блядь. Белый чат, черненькую табличку, сука. Белым по черному, нахуй, написано, блядь. Я такой думаю, блядь, я даун, наверное, постою, побью лича. Хуяк, стою, бью лича. Он выбежал, а я, сука, в луже стою. Ну все, пиздец, лужа растет, меня захиливают.
Остальные дураки, которые рядом стояли, тоже в ней оказываются нахуй. Начинают выбегать, все, пиздец, а хп-то кончается, блядь. Поэтому, сука, как вы увидели ебаную табличку, блядь, с белыми буквами, на черном фоне, блядь. Осквернение на мне, поэтому берете, нажимаете кнопку влево, вправо и бежите вот так вот. И вы бежите, сука, до тех пор, пока не увидите вот там вдали, вот я отсюда вижу, о, лужа маленькая, заебись, и возвращаетесь бить лича, нахуй. Вот прям, чтобы буквально так вы это понимали и чтобы так делали. Если вы, сука, так делать не будете, вы будете вайпаться как нубы, и на вас будут пиздеть, сука, то, что вы не заслуживаете, блядь. Может, вы даже охуенно играете, но вы как нубы сейчас вайпнули. Подайте друиды. Ебать, тряси, у тебя в три раза больше собака надамажила. Чё за чужие? А, так у меня собака полбоя на пассиве была. На пассиве была. Да, да, блядь. Сучка. На Синдре тоже вообще фулбой на пассиве. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Меня слышно? Трэш от миликов далеко стоит. Тяни леща к трэшу. Ну, все, хорошо. Че из редьки сделать можно? Из редьки? Салат. Сейчас нахуй. Блять, лежит так охота редьки, я просто так и не попал. Че за редька? Белая? Здесь зеленоватая как-то. Ну, это в салат. Можно какой-то овощи какие-то потушить, да. Духовки с чем-то заклещить. Любые овощи. Попробую ее салат сначала. Ну, чисто взять редьку, порезать тоненькими соломочкой. Приправить там соль, перец, масло, кинуть, как она по вкусу. И потом согласишь там. Также ее запечь можно. Суп положить. Вот. Не сказать, что в любой, да, борщ можно кинуть. Портал не поставил, пока, пацаны. Да? Ну. Могу. Три
Тессерак. Поставь меча вот сюда, а вы встаньте вот сюда. Готовились убегать. Побежали. Ну. У тебя есть такая кнопочка. Лена. Называется скачок. Понимаешь? Поставь ее на единичку. Чтобы когда на тебе лужа. Ты вот так вот не бежала перед Валькой, а нажала эту единичку, оказалось вон там где-то в ступеньках. Осквернение. Вышли. Еба. Вы угораете нах. Чё у вас там? Из-за того, что Трисси улетел нахуй. ДПС не хватило, сука, перевести, да, раньше искренне. Трисси ГПТ нахуй. 5000. Да пиздишься на числе. Тебе-то? Нет. Как нет? Из-за тебя вайп. Честно, все с вами, блядь. Давайте быстрее к лечу идем. Да там жирен пугов собьет нахуй. Или сколько там онлайн? 60. Онлайн 60 гильдии, он сейчас рейд соберет, мы просто по пизде пойдем. Мимо кассы. Вообще, пацаны. Капслом, иди тут. Если ты замести. Пили шкаф. Да не ссыкуйте, тут все топы сидят. Как это без нас, блядь? Бегите быстрее, Т, Супер Пупер, Изи, Пушуха, Пункс, Виталику. Славик, куда они без нас, да, блядь? Куда мы пили? Захилят, нихуя не затащат. Джерри, он соло там не затащит, нахуй. Аркона. Витал. Петл, где? Давайте чаще. Все запустил. Бафайтесь. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Пристабар, дайте присты и Intel Mac. И сдаться на твою милость, Форд. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Ясно. Не могу допустить, чтобы величайший
Пиздец, доту багнулись нахуй. Ветки надо не было. А
тиренд выше. Это шлет тиренда стоит, похуй вообще. Кастует, блядь. И все тоже стоят. Ну ладно. Питал. Питал. Лоу, второй по ДПС. Сгорел копар 40к ДПС дает. Который я воздвиг первый. Сильнейший из моих слуг. Давай. Ты тут зарешал. Покинули тело, но. Сгорели в пламени вода. Ледяная скорбь. Давайте заранее коня паролим, чтобы это вопросов потом не было. Ты сейчас слышишь? У тебя один хуй пет, короче, набил. Укусом тьмы 319, а у меня 163. Что за чушь? Не знаю. А, так там от шмота же тоже зависит. У меня 6,2, у тебя 64, или не зависит никуда. Кидайте ролл на коня. Блять, не в два раза же. О, наконец-то я выиграл коня, блядь. Тебя следует. Милис в нелли, да у тебя уже есть. Вы обычки, ребята. Нет, мы в героике сейчас были. Падали два раза, блядь. Смотри, как... Просто как бомжи, два раза лужа в центре. Копар, брат Каноба. А Каноб, брат Копара, да? Они... Угу. Не, нахуй мне такой брат, блядь. Тоже в гичат любит повъебываться. Ну, блядь, раз пятилетку-то можно, хуй? У нас пятилетку его и ДПС дает, да? Ну, я-то вроде стараюсь, да, давать? Мне по душе это ирония. А чё? Слышишь? Я угораю, а чё, Фламбо, чё, ты уже ругался, что ли? Ты ему мут накинул. Если в РК смотри, ну, 30. Какая-то шмотка ушла на дис. Правильно, там что-то какая-то шея или что-то типа такого. Но он и сказал, типа, какого хуя вы там пидоры, блядь, не нидите ее там, блядь, начал. Я понял. Ты, может, этого не заметил, но знаешь, как сразу по ушам режет. Я ему сразу могу. А ты уже привык к тому, что я иногда тоже матерюсь. Ну, понимаешь, это прямое оскорбление всех остальных. Хотя он сам тоже не занидил. То есть его тоже косяк. Я тоже. То есть он, если бы он сказал, я такой же, как и вы, да, то есть я не хороший, я тоже не заметил. Я бы еще понял. Да, ну это плохо, да. Копар тоже сегодня, кстати, оскорблял людей, пидоры, сказал в РК. Когда его на леди убили. Да, Копар? Ну, пидоры есть что. Видал, да? Еба. Я тоже оскорбил сегодня людей, говорю, дураки. 25 дураков, говорю. Ну просто вообще, ну два раза в луже, в центре. Подряд упасть, как так? Так, на ИП заходим. Флямба ГЦ. А чё, нет. Клятва ВП. Так я случайно сарказм. Заходите на ИП, я жду. Накину. Паралимпиада кончилась. Ой.
Так, как тулгалы заходят, то еще копар заходишь? Ну, сейчас я зайду. Давайте, питал куда пошел? А чё, в магаз тебе ИП не надо? Ты в пати бы остался. Апис номер на ИП. Апис на ИП. Я все на колени зашел. Так. Сейчас еще кто-то заходит. Ты сколько давать там будешь? 1250. Вроде как. Чё там? Так, копар грузится, да? Угу. Черыга. Черыга, ты в рейде сейчас. Сейчас начисление будет. Это самое, кто был еще заходит? Да? Сейчас она примет 61 онлайн. Так. Все, кто был тут, можно накидывать, да? Ебать, как у меня ИП, напомнишь, повышается. Все, накинул.